1 мая 2009 года стала особой датой. С этого дня граждане 27 стран, входящих в Евросоюз, могут свободно пересекать границы Дании и работать у нас. Если вы позволите мне сказать, то мое мнение, что это очень целесообразно быть членом профессионального союза. Я советую всем иностранным жителям, которые приезжают в Данию, вступать в профсоюз. Поул Эрик Скоу Кристенсен является председателем для 340 членов профсоюза ТРИЕФ. Ему пришлось видеть бесчисленное количество примеров, когда иностранные работники подвергались грубой эксплуатации и получали заниженную зарплату в ущерб себе и своим датским коллегам. Мы сердечно приветствуем всех на датском рынке труда. Но все должны понимать только одно, что данные взаимоотношения должны строиться в соответствии с условиями, принятыми в Дании. Профсоюзное движение в Дании имеет столетнюю традицию по защите прав датских рабочих. Именно профессиональный союз следит за тем, чтобы работники получили достойную зарплату и хорошие условия труда. В большинстве других стран государство законодательно устанавливает минимальный размер заработной платы, то есть сколько денег работник как минимум должен иметь за свою работу. В Дании государство не вмешивается в этот процесс. Здесь профсоюз выступает посредником между работодателем и работником, оговаривая размер заработной платы в различных сферах производственной деятельности демократическим путем. Стороны создают колдоговор, который определяет заработную плату, продолжительность рабочего времени, пенсию и так далее. Все это называется датская модель, и мы ей гордимся. Hi. Меня зовут Ирина. Мне 26 лет, я приехала из Украины. Я в Дании уже 4 года. Будучи членом ТРИЕФа, я чувствую себя защищенной и могу обратиться в профсоюз ТРИЕФ в любое время, и это мне дает уверенность в завтрашнем дне. ТРИЕФ охватывает как профессиональные, так и непрофессиональные сферы, среди которых промышленность, строительство, транспорт и сельское хозяйство. В последнее время мы получаем все больше и больше запросов от иностранных работников. Либо потому, что они хотят стать членами профсоюза, либо потому, что у них возникли проблемы по месту работы. ТРИЕФ помогает всем, независимо от национальности. Но предполагает, что вы являетесь членом профсоюза. Поэтому зарегистрируйтесь с первого дня прибытия в Данию. Меня зовут Дариус Бигнев Пивоварчик. Я поляк и приехал из города Руда-Сласка. Збигнев получил производственную травму в ноябре 2008 года. В течение 7 месяцев он не мог работать, и если бы ТРИЕФ не оказала ему помощь, он наверняка потерял бы свою работу. Это очень важно быть членом профсоюза. Если у вас возникнут проблемы, то вы можете быть уверены в том, что вам помогут. Сейчас Збигнев опять работает. Именно ТРИЕФ добился для него финансовой компенсации. И это только один из сотен иностранных работников, кому помог ТРИЕФ. В той ситуации, в которой я оказался, я четко осознал, что мне необходима помощь профсоюза. В Дании государство не диктует условия профсоюзам. Здесь все решения принимают его члены. Именно поэтому множество серьезных оснований стать членом ТРИЕФ. Мы сможем, например, помочь вам, если вы будете уволены, если вы не получите свою зарплату отпускные, или если вы, как Збигнев, получите производственную травму. В нашем профсоюзе каждый член может влиять на принятие решений. Наш профсоюз построен на принципах открытости и демократии. Став членом профсоюза, вы сможете укрепить свое положение и положение своих коллег на рабочем месте. Добро пожаловать в наш профсоюз!
Thank you.